Смотри, чтоб не сдавали тут. Передавать-то нельзя. А ложили на землю. Что ящики сбросил, улетать можно? Пусть подождут чуть-чуть, мало ли чё. Ну да. Блин. Ящики прыгнули. Читаешь, аж блин, сколько же у нас этих резов? Да они походу успеют доплыть. Заглючил, даже не отобразился. На другом корабле, на галеоне можно их вставлять. Там есть места, куда их можно ложить. А на этом нет, поэтому приходится за спиной возить. На большом корабле можно их ложить. Там есть специальный палубы, трюм. Блин, уберите лошадь, пожалуйста. Это кореец стоит. Корейцы kill pills. Чего? Кореец стоит на всякий случай, убейте его нафиг. Ничего сдать не успел. На чем он успеет? Ему, чтобы сюда сдать что-то, надо вернуться. Нет, он не может наш ящик подобрать и сдать. Нет. Не, мог, но как бы я не видел, он делал это. Ну вот я про это и спрашиваю. Я не видел. Слушай, а уже меньше монет дают, 13 монет дают. Чем больше, может, сдаешь, тем меньше дают? Да, видимо, у них насыщение идет какое-то. Наверное. 129%. В конечном итоге, видимо, крафт придется все-таки активнее. Того мы набрали 90, 95, 90, 71. Ну, по 13, потому что. 340 монет древних. ТПшимся и на торговый тогда.
Так тут только свои телепорты вроде юзать можно. Ну, я и Да. говорю. Не у всех же торговые. Не, я на торговый А вы в полечу. смысле на торговых? Ну да, я понял. Три квеста он дает на этот, как обычно в море, по 30 мобов. Да, стой, Гара, погоди, там еще один лодочник сейчас подплывет. Сдадим дополнительный ящик. Дома в каком стиле брать будем? Корейские, европейские. Дешевые. Они все дешевые, одинаково стоят. У них стилистика различается только. Европейская, корейская и китайская. Ну чё уж мы это, не корейцы, не китайцы. А возьми для прикола разных. Все равно 4 штуки минимум. Ну-ка, а корабль передается, да, за 1000, мы же исправили. Корабль передается. Нет, не передается. Сундучки же. Сделаем еще один попозже. Ну да, еще один катамаран нужен. Я рецепт на него передам. У меня 18 слез. Если набить, добьем слезы. Потом, может, большой как-нибудь к концу соберем. Ну да. Сейчас придет Дримора. У тебя, кстати, кровь была за него, но кто их собирать будет тут? Да я стер ее. А, ты швабры стер. А Сойки с нами не было? Передал бы лес. Нет, я не каталась. У меня есть работа пока что. Некогда с вами кататься. Почему сожрал всех Я вообще стримеров? подозреваю, что если я бы поехала, то какие-нибудь проблемы были бы. Пёс, он знает, и все время что-нибудь не так. ТРБ не респится. Почему? Поэтому я лучше так со стороны на вас полюбуюсь и порадуюсь. По всей видимости, только Гар такой упоротый. Играть в будни. Да, тут он чат пишет, говорит, женщина и корабль вообще не вариант. К несчастью. А если это женщина, я никакое это, как скажем, мероприятие с моим участием, если нет физической потребности, лучше не может быть. То есть нет, если персонаж там нужен обязательно, да, тогда да, тогда все нормально будет. А если так посмотреть, постоять сторонке поехала, то все, стопудово что-нибудь будет не так. Ну тогда хорошо, что мы тебя вчера не взяли. Идут отставшие наши. Идут. Ну он один там. Гребец. Грибок. Ну ты, кстати, плащ пиратский тоже подбивался, потому что с ним треуголка была. Прикольный шмот. Нон-лайта, правда. Ну, на самом деле, такими темпами, раз там идет перенасыщение, мы можем вообще перенасытить этот остров этими паками, и корейцы ничего там не смогут сдать. Ну, крафтить будут. Да, ну где? Где? Вопрос. Не знаю.
это я не знаю. Количество. Может, они знают. Ну, если только в личном доме, но для личного дома, для рецепта нужны как раз таки рады. Блин. Он еще кореец. Да. Испугался. Слышишь, они тоже сюда заходят. Джокер. Что-нибудь корейцев Джокер так популярен. Скидываю его на землю, Гримора. Так, все. Но помните, знаете, сколько это древние адены надо? 3000. Это как бы слишком дофига. Вообще не вариант. Представьте, такой одиночку построить. Это всего 25 человек. Мы 300 набрали. Ну это как бы мы 3000 не наберем при всем желании, у нас голды не хватит, потому что мы эти паки покупаем. По 5 голды за пак. И меняем его как бы на древнюю адену. То есть, это жесть. Если бы, говорю, если просто сплавать, то он же денег требует. Так в перспективе, может, построим. Тел, со мной кто-нибудь пойдет посмотреть, что там покупать? Пусть Сойка с тобой сходит, если не сможет. Что надо делать? Сходить со мной на торговый остров, посмотреть, что покупать. Ну, там-то точно ничего страшного произойти не может. Не, да, там страшно ничего не произойдет. Только если Гара что-то вдруг что-нибудь какую херню купит нечаянно. Не, ну пусть посмотрим. Этот зеленый портал можно. Да, да. Дверь. Да, да Гара сейчас купит рецепт на Галеон. Дорого. Быстрее купить, но крафт дом, как бы деньги-то, ресурс тоже конечный. Квесты кончатся, где брать деньги? Вопрос. Так, я знаю, где кораблики продаются. Где домики продаются? Слева в китайском, справа в европейском. А мы какой будем? Будешь? У всех по одному. А, и только внешне отличаются? Да. Ну что, мы корейцы, что ли? Давай европейский. Пусть будет один замок надо в корейском стиле. А замок можно в китайском стиле тоже строить. Пагдами. Вот замок это покажем корейцам, что они здесь не хозяева. Да. Замок стопудово европейский, только ничего вот это. Реально китайский замок, да. Блин. Прикольно. Смотрите, ребят, в стриме. Может они при выходе в России добавят что-нибудь в русском стиле? Кремль? Прикольно, что замки разных стилей можно сейчас строить. Можно в китайском, можно в европейском строить. И дома тоже европейские, либо китайские. Есть еще корейские.
Вон замок, посмотрите. Это замок в китайском стиле. Видите, там такие нашлепки непонятные. Сейчас Европу покажу. Одесса. Ты сразу хочешь на север плыть или еще закупиться? Нам ресурсы сейчас нужны будут для постройки. Нужен камень, нужен дерево. Полно. А вон, кстати, европейский север. Но сейчас, значит, в паке перекрашен, народ не распускай, нам нужно понадобится. Дерево уже перекрашено, первый древесина. Короче, камень, в паке их собирать, пока. Да. Сейчас посчитаем, насколько конкретно этих паков нужно и столько людей будет, когда повезем. Но первые паки все равно пойдут на... Сука, у тебя, кстати, деньги есть. Я дам деньги. Вот эти по десятке домики. У меня больше сотни. Так что там не должно быть. Слушай, а может водовозом еще... А вот за слезы, вот пусть водовозы за слезы, 15 слез стоит, купить себе осликов. На них воду возить быстрее. Они... У вас там есть у кого-нибудь 15 штук? Слушай, смотри рецепт на... А, они тоже личные или передаются? Перед... Не знаю, не уверен. По-моему, личные. Вот это надо фармерам покупать. Вот этот домик 150 стоит, двухэтажный. Блин, сколько разных домов. Жесть. А это 500 стоит. Берем по 10 и нюхаем. А чё мы, нищеброды, что ли? Нет, гулять-то гулять. Так, станки. Станки древние стоят, Серка, я не знаю, что ты говорил. Древние? Или золотые. Сейчас я нажму кнопку. Ты справа или слева? Нет, слева. Но я вот смотрю, станок для крафта хэви, армора, брони вот этой. Наковальня вот. А нам... А, подожди, там есть такие даже, да? Да. То, что справа был, где европейский, там просто стен блок. А, вот они, то, что нам надо. Они что-то, почему они тут разные? Так, пила. Они разные, серп. Ткань, пила. Да? Да. А, ну, все понятно. Значит, надо покупать. А, какие покупать? Дерево. Камень, по-любому. Камень, дерево. Да, камень, они, дерево. Они за древние покупаются. Камень, дерево, окей. А вот это я не знаю, что и, такое. Ну, надо по... потом по рецепту смотреть еще что-то. Вот это я не знаю, что это. Знаешь, такое скругленное что-то. Сойка, ты тут? Киньте пати, Сойка. Сейчас, секунду. Сейчас. Да, дом для бомжей есть. Ладно, это я потом рассмотрю, пойду пока домики посмотрю. Нищебродский домик купим с высокой крышей, европейский. Вот этот, видимо. Четыре стены и крыша. Ну, постель еще есть. В общем, сейчас с вами Слипа пойдет смотреть. У меня детенок пришел домой. Тут, ну, наверх, интересно, можно забраться? Прикольно, окно такое. С утра утренний мацион. Идем дальше. Вот смотрите, вообще какой жесть, блин, с балкончиком таким. Тоже прикольный домик. Тебе сколько стоит? 100. А этот, смотри, такой. Вход у него, веранда есть. Это веранда есть.
А вот почта. Серп, я почту нашел, по-моему. 20 стоит. Да? Брать? 20? Чего, древний? Да, древний. Я сейчас на торговом острове закупаюсь. Да, понадобится, скорее всего. А это что за фигня? Нет, не продается. Плевалка, плевалка 10 голды стоит. Танк 100. Это хорошо. Что в голде? У меня нет голды. У нас есть. Древний около 300. На древний Аден нужно, на плевалку надо, чтобы еще это было. Как называют? Грозовые деревья. Смотрите, какие дома прикольные, блин. По 300. Портанул со сойкой. Угу. Киньте пать. А вот все. Ты видишь, где я? Вот туда подойди. Так, вообще жесть. Блин, клево. Сам домик-то небольшой. 26 стоит, блин. А, и знаешь, что я сейчас серп проверю? Крафтятся ли паки на тех штуках? А, там можно проверить? Да, их же можно вроде вязать. Смотри. Способ добычи древних, да, единственный, перевозка грузов. Ну, на них на самом деле не пак. Хотя есть такая... Скорее, это на домашних, которые... Нет, его можно только купить, вот он. Нам что-нибудь из этого надо? Это для кухни, это алхимия. Что за золотой крафт? Не золотой крафт, это стоит голде. Вот станки для крафта хэви, на них высокоуровневые вещи крафтятся. Что за денежка возникает? Это стоит он, цена типа это купить. Для... А вот Warhouse есть. Но не продается. А, продается, 25 стоит. Warhouse брать? Небольшой. Почту надо. Почту взял, почту взял. Так, пойдем дома вот купим. Стойка, мозг. Вот эти, как ты думаешь, что это? Я два станка вот этих купил. Для перекрафта дерева и камня. Тут еще есть вот крафт железа. И еще вот я не знаю, что вот это такое. Не пойму. И вот эта ткань. Будем их брать? Вообще ткань нужна нам перекрафт? Там же что-то хлопок хотели, не? Выращивать. Станок. Перекрафта везде ну есть. Что-то не на севере нет. Так крафтеров не будет на севере. Мы ж почты все оттуда на материк не отправим. Почтой будем слать, поэтому нужен крафт только вещей, если... Все равно все станки мы не сможем туда доставить, дорого, наверное, выйдет. Да нет, они по 7 монет стоят. Что, по 100 ресурсов? Ну да. Ну, то есть ты предлагаешь все нет, станки там построить? Нет, два станка надо как минимум, это дерево и камень, чтобы замок строить, потому что как ты паки перешлешь? Паки-то где-то собирать надо? А, ну это да. Окей, тогда. Ну если корабль мы захотели бы на севере строить, нам бы там и тканевый станок пригодился. Так, а дома будут. Не, надо подумать, может действительно тогда все станки там выставить и крафтеров туда отправить. Сойка занята сейчас? Да, сейчас подойду. Домики симпатичные. Ну такие купим. Как, с какой крышей брать вам? Какая разница? Ну блин. Сейчас я Сойку позову, а то я тут полный профан.
сейчас я вам навыбираю. Тут... Смотри, тут не в этом суть. Тут есть вариант отправить туда, построить там станки и крафтером сидеть там, прямо на месте крафтить, без почты. Есть в этом смысл, как ты считаешь? Я знаю. Прямо сейчас нет. Ну там и почта есть, только как бы у вас станки. Будет. Только станки для паков, короче. Два станка, дерево и камень, точно. Да. Все, есть. Да. Какие дома и покупать? С какой крыши? Какие есть? Зеленая, красная, синяя. Красная, конечно. Мы же райс. Сколько брать? Вон, серым камнем. Вон, вон, где я стою. Давай из расчета на людей посчитаем, сколько на один дом получается человек в среднем. 8 домиков надо. Один если будет с белыми стенами. Домику, по одному пункту. А может деревянный взять еще один? Там, не, не надо. Выставить налог на каждый отдельный дом. Не на каждый отдельный, а на каждый тип дома. Дома. Сможешь там вообще, мне кажется, убрать. Либо она будет циркулировать по кругу. Мне кажется, при использовании привяжется, как корабль. Если поставить фундамент, привяжет. 2, 3, 4, 5. 5 домов купил. А что 5 надо? 8? 7. Сейчас, сейчас. 8. Окей. Что нам тут еще нужно? И нужно ли? Осликов. А, осликов, пойдем осликов. Сейчас посмотрим, кстати, ослик. Или поливалку. Ослик за слезы покупается. Поливалка покупается 10 голды нет. Стоит. Рецепт. Она передается или нет? Попробую узнать сейчас сразу. Если деньги. У меня нет денег. 10 голды. Вот. Там есть почта, давайте отправлю. Давай. У меня 14 есть. А там сойка есть? Да. Пусть сойка купит. У меня всего 14. Ну, покупай. Ну купи одну, выясни. Я еще перешлю. Это вот эта труба с бассейном? Ну она передается, рецепт я один передастся. Да, труба с бассейном. А труба с бассейном? Нет, это не труба с бассейном. А труба с бассейном? А это ничего не продается. Она не продается. Может какая-нибудь автополивалка, я не знаю. Где продает? Так, купила? Вот она. С ящиками нет, сзади. Нет. Вот она. Сзади акиум воду как бы грузите, а в передней заливаете тоже акиум из колодцев. И в итоге как бы поливаете обычные вещи, вам не надо ведра, и поливаете акиум. Одной-то хватит или две надо? Две надо. Ну два трактора есть вообще, деньги. Они очень ускорят. Но она передается, нет, рецепт. Попробуй передать. Я хочу попробовать тебе передать. А прессовые детей. Вот, рецепты передаются, смотри, на дома. Все нормально. Вот с грузовыми надо, да, что-то придумать. Там же трактор хоть один, чтобы построить, надо грузовые. А вы сразу два хотите. Передается. Передается рецепт. Видите еще один. Дай 6 голды, куда пошел? У меня нет 6 голды. Сейчас я найду почтовый ящик, отправлю. Так что ты делал, у меня 2 голды осталось. У меня только древние. Сейчас там почта. Майки вообще сойка дома, ты их видела? Прикольные. Да, видел. Вот такой вот. А, замок, замок. Тоже сейчас надо замок будет купить. Рецепт на замок. Так, ворота у нас будут одни или больше? Хочу 3, но пока одни. 30 стоит. Так что... Ну пока одни купи. Окей.
Лестница вот эта по-любому нужна. Причем несколько штук желательно. Стена нужна. Но две возле ворот. И две по бокам получается. Четыре надо лезть. Сейчас я инвентарь. Слушай, дай сколько тебе архиум скину. Весь свой, а? Окей. У тебя есть место? Не много. Есть. Кнопочку жми посередине. Так, все отправляю. Жмякаю. У тебя место точно есть? У меня 6 мест. А эти 9 вещей. Потом состыкую. Он не стыкуется. Выкинь что-нибудь. Автоматом нету. Они падают в свободное место, потом их стыкуют. Да, ручками. Поэтому ну, давайте 6. Так. Давайте 6 дам. Какой у тебя? Я отправил деньги, забери шейк. Такую скажите еще там. Сейчас осла еще куплю. Он 15 стоит. Так, 4 лестницы, рецепт есть. Стен на дофига рецептов. На стену нужен 2 пака камня. На одну стену. Давай ты еще. Четыре лестницы купил. Чего вы меня лечите? Раз, два, три, четыре. Я сейчас эти покупаю камни, стены. Башни. Есть что-нибудь, какие-нибудь идеи по башням были у вас? Закрытые, открытые? Открытые лучше, я честно скажу. Мне кажется, хотя как сами смотрите. Если сверху нас будут бить по башкам, то лучше закрытую. С планеров можно ведь бомбить? Нет. Ну все, тогда открытую бери. Да ладно, там же можно было по башкам. Долбить-то можно, но у нас замок где стоит, там горы и нет рядом, чтобы спланировать сверху. Ты забыл, что ли? Мы на у нас замок на холме. А, ну да. Вроде там нет. Так, у тебя есть еще место сунуть? Ресурсы свек. Нет, мне надо скинуть. Я вытаскивала на перекрафт много очень. Сколько открытых башен? Есть идея? У нас получается что-то близкое к Геранскому, да, замку, судя по построению на холме. То есть это внешняя стена и внутренний замок с выходом назад, да? Выход у нас как бы... Открой территорию северную, секунду. Сейчас мы на место еще приплывем с тобой. Вот северную территорию открой по карте. И прощелкай вот левая верхняя территория. Видишь, она такая. Где кружок белый. Райс, там, если найдешь, написано. Вот это точка нашего замка. С воды маловероятно, что подойдет, но там, в принципе, можно. В основном будет проход вот этот, с передней. То есть наискосок так. Скажи, как из карты этого выйти, блин? Правой кнопкой. Дадим секунду. Это
Это вот обведенная, это наша, да, кругленькая такая. Ага, вижу. Мне кажется, надо брать за основу геранский, будет замечательно, сразу понятно, где лестница, где башню ставить. Ну ты можешь сказать покупать их примерно сейчас? Три. Три башни, да? Там, ага. Там очень большая территория, ты смотри. Башни просто прочнее, чем стены. Ну ладно, беру три. Большая? Блин, я случайно одну за... Да, она в стену и встраивается. Как бы с двух сторон стена. Я, блин, случайно купил башню одну с закрытой крышей. Возьми еще одну закрытую, еще две открытые. Получается. Две открытые, две закрытые, все. Да. Угу. И стен я купил. 8 штук стен. Но это пока мало, надо будет докупать лететь. Так или иначе. Ага. Древний Аден у нас еще есть на стены, на трибушет. Сейчас по ресам скажу. Что надо по ресам? 9 стен я даже купил. На лестницу надо один пак дерева, тот, который стены рядом. На стену надо 2 пака камня. На домик надо 2 пака дерева. Ой, 2 пак камня, 1 пак дерева. На башню надо 3 пака камня. А на закрытую 2 пака камня, 1 пак дерева. Паком ты называешь? Сотня. Которая 100 простых? Которая, да, вот из сотни получается заплечный груз, это пак. Я уточнила, вдруг ты про торговый пак. Так, сейчас, что нам сейчас надо? Конкретно сейчас. Сейчас нам надо следующее. Нам нужен один пак. А, нет. Серп. Сейчас я тебе линкану рецепт. Прочитаешь? Прочитай. А я в чат линкану. Если не ошибаюсь, 2 пака камня, 1 пак дерева, нет? Или просто 2 пака камня? 2 пака камня, по-моему, просто. На станок. Куда ты, не помню? В экспедиционный чат. А, вот вижу. Вижу. 2 пака камня, да. То есть сойка. Сейчас наберешь вот эти ресурсы, их надо будет вести. А, и плюс у тебя в инвентаре должно лежать много дерева и много камня для остальных для постройки домов, чтобы там нам заложить дома. И поставить почту, собственно. Так, может сначала поставить почту, а потом я просто все отправлю, потому что у меня дерево, например, на... Я подозреваю, что оно ставится, может, только рядом с домом. Сначала надо этот самый дом, а станок поставить. Вот. Но я и говорю, то есть мы сейчас поплывем, нам нужно сколько получается? 4 человека. Серп, ты поплывешь? Мне нужен человек на перекрафт камня. Давай я помогу. В каком-то, давай какой-нибудь телепортнем. Я... В каком городе? Сколько ты будешь? Ты хочешь, чтобы я тебе название вот этого сказала? Я не знаю. Это третья территория, перед пустыней, которая. Перед пустыней, да? Это между эльфами и людьми, да? Нет. Следующее. А, ну там есть, да, прикольное место. Мы там корабль вот строили. Получила. Возьми поливалку тогда еще.
Тёмыч нужно, чтобы дерево отобрать. Блин, у меня нет итемов, чтобы телепортироваться. Или отсюда нельзя просто так телепортироваться. Нельзя, видимо, портал открывать. Телс, нужен ты, точно, нужна Сойка, еще я и еще один человек, кто-нибудь. Серп, ты поедешь? Сейчас просто прикинем, как там замок станет, и построим домики первые. А, и люди, кому домик-то будет принадлежать, мы же на людей будем записывать, да? Не на одного человека все. Сразу же надо ехать теми, кто там будет. Ну да, пусть вот 8 часов. А Акхем тогда сажать сейчас будут или позже? Блин, у меня тут соседи затеяли ремонт, я не слышу ни хрена. Говорю, Акхем сразу тогда не повезут? Или что, или позже? Чего Гару, Гара? Купи осла. Надо дождаться Яну. Я не знаю, она поздно ушла, наверное. Думаю, почту поставили, потом что вышли. Это да, они вышлют Яну. А, да, Акхем в эти потом вышли, остальное сейчас. Чего, Гара? Да, главное, сейчас купил осла. Стоит. Спасибо. Камень. Ну да, вот эти пакеты мы привезем. Так, я вот слегка купил. Где Сойка? По поводу... На дерево на да. Что у тебя дерево? Гара, по-моему, надо сначала скрафтить его. Кого скрафтить сначала? Почту. Нет, она у меня просто как письмо лежит. Ну, не факт. Может, просто рецепт. Сейчас, подожди, я посмотрю в этих самых. У меня не рецепт, по-моему. На острове. Ты еще на острове, да? Уже на острове. С камнем. А зачем ты на острове с камнем здесь... Зачем ты на острове с камнем здесь крафтить нельзя? Тебе передать, чтобы ты не портался ко мне в города. Так нет, пойдем, сразу и портаться. И купить поливалку. А, ладно. У меня очень много ресурсов просто. Ну тогда ты видел, в какой я локации? Туда и идти? Да. Ослика сейчас заодно, я просто хотел проверить, передается, нет? Ну ладно, там проверим. Нет, никак нельзя записать. Тупо ТП делать не получится. Убрали ТП такие. Так, рецепты пугал, я так поняла, можно купить за те же древние монетки, кстати. А я их не видел. Вон стоит. А вон стоит. А, вот вижу почту. Мне... Подожди, ты просто купил письмо, да? Да. Именно письмо, как вы видите, да? Да. Все понятно. Значит, можно либо скрафтить, либо купить. Сейчас я мрю при портанус. А пугало я не купил. Сейчас я просто скину ресурсы. Банкиру я скину ресурсы и место освободить, и тогда куплю еще пугал. Тоже 8 штук пугал, да? Да, 8. Вот я рядом с ним ставлю. Нет, нельзя к дому. Точнее, можно, там нужен какой-то специальный итем, который мы не знаем пока. К дому можно будет ТП, но вот сейчас никак. Кстати, Серпа, если мы найдем вот итем, который ТП дает на север, тогда фермерам станет попроще. Ну, на один раз попроще. Ну, они, в принципе, в доме-то могут забиниться, если дома там поставить. А там можно это не поставить? Для бинда. А там нафиг не надо ставить, а просто в доме. Ну, засейвиться в домике, это все равно это не телепортер. Это вот эта запись, которая книга для записи, потому что да, в городах и в городе. Потом... Нет, ну, нет, там просто можно сделать отметку в телепортах, но не как домашних.
скиллу не возвращаешься, а только по книжке, а по книжке надо идти. Ну, не по скиллу, а именно по книжке, да, по камешку. Ну, по книжке, я не знаю, крафтится этот предмет или нет. Нельзя к дому своему, только нужно крафтить специальный какой-то итем, пока мы не знаем, что это за итем, как он делается. Но мы с этим разбираемся, ребят, сейчас в процессе. Это новая система, все новое. Мы сейчас пытаемся это осознать. Язык незнакомый, сами понимаете. Но пока никаких способов ТП мы не видим. И корейцы видим, что тоже плавают. Никак иначе. Плевалку купила, да, Сойка? Окей, сейчас я приеду, пугал еще куплю. Нет, Скиф, конфы нет, я сейчас сижу в вентре, мы с ребятами там строим, и их в скайпе нету. Поэтому я не могу в скайпе конфу собрать. С утра сидели мы в конфе. Света была. Остальные. Они всю ночь качались. Я спрашивал у комбо, комбо пока сам не знает, они только сегодня ночью тоже взяли территорию. Корейцы пока что на первом сервере захватили две территории. Они тоже сейчас с этим разбираются, так же как и мы. Ребят, если у вас звук тихий... Ребят, если у вас тихий звук, нажимайте на ползунок несколько раз. Звука. Так, пугало. Где пугало продаются? Замок мы строим в европейском стиле. Сюда, спрыгнул со скалы. Так же, как и дома. Китайские решили не строить. Потом скакала искать поливалку и потерялась. А, вот он, я вижу пугало. Есть там, но не факт, что продается. Я не смог продается, найти. Продается, я подошла. Да? Ну, там к не забору только подходишь, пугало, покупать надо заборчик. Вот именно. Ну, заборчик. Так это и есть. Это забор. Уверена, что не заборчик? Нет, это заборчик именно, это не пугало. Это просто можно огораживать свою территорию покрасать. Да. Квесту тоже заборчик дают. Забор первый раз по квесту дают. Пугало не покупается, видишь? Значит, все-таки надо искать, где покупается. Ой, где с ресами летать нельзя, ребят. Ресы мы сейчас повезем опять на корабле. Может, сейчас все ресурсы мы... А, ну вот пугало. Да, вот оно пугало, его купить нельзя. Я, конечно, могу заборчик купить, но это заборчик будет именно. А ты пробовал? Попробовал, купил. Вот он, этот забор. Бесполезный. Пугало не продается. Так, ладно, тогда если пугало не продаются, нам здесь что-нибудь еще надо, Сойка? А, подожди, я тебе ослика попробую нет передать. Ослик передается, потом вырастить его тогда. 15 слез он стоит. Надо 8 осликов будет, пока ничего поливал. Себе. Ничего ты не берешь, у тебя места нет опять? Есть. Нет, я просто про 15 слез. У меня 14 всего. 180 у нас еще осталось монет, но мы еще не до конца докупили на стены и на прочее. Какой вопрос, ребят? Мне кажется, сейчас стены пока докупить немного еще, потому что что-то... Ты 8, да, купил? Да, 8. Я могу еще купить. Ребят, к нам могут, да, прийти в любой момент, если поставить итем, осадный итем. Нужно им убить РБ, поставить осадный итем, объявив сколько таким образом осаду. Две древние адены. Купи еще штук 10-15. У меня места просто, боюсь, не хватит. Я так разгрузился вроде, но все равно. А я камень набрала для тебя.
Сет, так ты не сказал, ты с нами поедешь, да? Если там набирается необходимое количество дозиметров. Окей, хочешь покачаться. Летающих маунтов нет и не будет. Джек Сонг в этом вопросе был категоричен. Можно и на территории, и за стенами, как хотите, выращивать. Вместо латиницы почему-то эти квадратики. С острова, видать, нельзя писать что-нибудь кончать. Это русский. Это просто на русский приличный. Спасибо. Ак ненадолго, думай, пока гадок. Блин, тут даже не знаю, что выкинуть уже. Место нужно. Но стен по-любому не хватит. Сколько бы я ни купил, их не хватит. Стен надо будет больше. Там замок, территория очень большая. Решили строить на манер Герана. Райс-ладвашники, наверное, поэтому хотят... строить как Геран родной. Вообще они Аден держали постоянно. И на МП куча банок, да. Сейчас, секунду, мне позвонить надо. Куча корейцев бегает, какой-то клан. Штук, наверное, 20-30 по нашей территории. На севере, что ли? Сейчас. На севере? Да не, не на севере, у нас на территории. То есть вражеская фракция? Да, вражеская фракция. Ну, 20-30 кучкой забежала. Это жопы какие. Наверное, решили пофармить рейд. Вот они тупые. Они, наверное, в рейдах не... Мы сейчас... обдурим. Кстати, Сойка, мое письмо ты видела? Я как раз ты отправлял розы клей. Так, тут. Сойка, ты тут? Тут. Ты видела как раз таки мое письмо? Я тоже отправлял розы клевера. Еще утром, правда. А вот за счет твоих роз и клевера мы сделали для сера. Где розы нет. Добывал? Я везде нахожу, где нахожу их, там добываю на открытом месте. А я сколько проскакала, нет нигде роз. Клевер. Ну, наверное, ты знаешь. Ты знаешь, где-то перед как раз какие-то кроунс, когда мы портировались перед вулканами, блин. Как тебе объяснить? Ну, в общем, локация под морем. Видишь, центральное море, полуостров такой. Такой бухточка. По центру нашего. Сейчас гляну, подожди. Залив, я бы сказал, такой. Это где уже локация перед пустыней, что ли, как раз? Ну, вот пустыня справа, видишь море. И вот вниз. Да. Вниз от этого моря. Вот эта локация. Еще, то есть за пустыню еще вниз, да? Да, то есть это пустыня Марианополя, еще там дальше. Только эта локация. Окей, я поняла, куда. Просто розы нужны.
где точно не скажу, там где-то сад. Так, пришлось заказать пиццу, представляете, не доставляют там сигареты, но я попросил, может быть, привезут. Гарок, какой-то кореец тырил мое дерево. Убей всех корейцев, пожалуйста. Люк, ну ты жжешь. Так, мне надо с Сойкой пересечься, камень скрафтить, да? Она сказала в локации перед пустыней. Где-то вот здесь. Точно она, точно она. Сейчас, ребят, что мы делаем? Мы крафтим ресурсы. Сейчас будем на севере ставить. Камень отправляю на почту. Вот как мы делаем. Я уже там. Сойка. Где там? Рядом с тобой. Где там? Я уже рядом с тобой. Вот здесь вот перекрашивается все это. Я в этом доме, в здании, как в городе, где все это перекрашивается. Понятно, я просто у телепорта, то есть все, сейчас прибегу. Нам в банки с ПМП поскидывать. Так, так, мне почему еще нравится почта пользоваться, не надо там нигде здесь, ну, про ячейки думать. Отправил все и по мере возможности выгребаешь потихоньку. Ну да. О ячейках думают другие. Которые берут. У тебя, например, забито все, у меня все забито. Ну еще расширять можно, и сразу, блин, забивается. Конечно, когда я по 8, по 10 стаков тащу вот эти, что забивается, все, что можно взять. Я к тому, что с почты удобнее брать, так как тебе удобно. Как вы будете делать, Сойка, записывать дома на одного человека или будете делать как-то иначе? Вообще, по-моему, дома на одного человека нельзя записывать, надо, чтобы несколько строили, потому что пугало потом. Не, можно, но как бы... Смотри. А пугало как он поставит? Он разве с чужим домом может разве пугало поставить? По-моему, не может. Им надо... Можно. Можно. Разве можно? Территорию дома и пугало перекрещивать просто не надо. Рядом ставить. Это отдельно. Все равно рядом с домом должно быть это... Рядом с... Нельзя пугало без дома рядом ставить, я уверен. Ты мне скинула. Я ничего не скидывала. Перестаралась, наверное. А, вот. Все, жми. Так у меня трейд открытый еще с тобой. Ну, у меня красная эти и все закрылось. Видимо, много очень кидаешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще 3,5 стака есть. Ну, прям на мне сейчас. Сейчас еще банк залезет. Ну, может, ты кого-нибудь еще дашь покрафтить? У меня очков работ тоже не хватит. Ой, тут еще дофиг. Привлекай своих крафтеров. Надо помогать. Так мы не скрафтим вдвоем. Они нацелены на железо и на дерево. Я на тряпки. Окей. Все уходит на это. Тысяча камня, да? Получается. Ты мне дала. Ну еще столько же.
2000, пока мало. На замок надо 20 000. А может и больше. Да, просто ребятам сказать, что продолжаем собирать руду, потому что вчера уже никто ничего не собирал. Ну и мне почту надо разгрести, как обычно, там, наверное, еще пару тысяч лежит. Это камни, ребят. Я тебе письмом отправлю. Окей, я пару сам перекрафчу. Но я все не перекрафчу. Значит, закинешь кому-нибудь. Можно расширять, но нужно 5 голды, а у меня уже денег нет. Сколько раз мы ресурсы перевозили, чтобы эту древнюю Адену набрать. Да это ненадолго, у меня очки работы кончатся. Не знаю, поросенок. Если бы оно по 10 крафтилось, то на замок бы требовалось... Мне воду в ведрах шлёп. 100 тысяч. Ну подожди, оставь это письмо, может потом пригодится. Может потом пригодится это письмо. Издеваешься тоже, да? Лимит, не знаю, пока не сталкивались. Сейчас специально качаю 10 ведер и отправлю. Пусть попьет. Так я выставил количество крафта. У меня я ничего сейчас не жму, он автоматом крафтит. Все в руки, помогайте, это жесть. Камень крафтить, 1000 камней, высокий еще 1000. Сейчас апати раскидаю, по карте найди. Телс, дай пати лидера. Хотя ладно, я выйду, сейчас раскидаю. Присылай мне на почту свой. Мы сейчас покрафтим. Вот этот, он есть, этот запись книги телепорт. Занзи всю ночь, короче, гамал с люком. Что добывать на перекрафт камня? Угу. Но тут уже Круки и Корк придут сейчас, они мне тоже помогут. И может Серп придет, что там правда в пати. Сейчас я давай-ка. Да, да, он так оптом и варит. Я так и нажимаю. Сейчас. Сейчас еще ситка подпряжу. А нет, они... сливать очки будут на посадку, ладно. Угу. Видишь, фермеров трогать нельзя, крафтеров трогать нельзя, а камня надо и дерево также. Корп, кнопочку надо. Там, которые в паке, кубики такие. Самый трюка. Да, Занзи тоже. Нет, стрим не лагает или что? А, куда мне идти? Да, к тебе, да? Да, да.
Ну, здесь Сойка просто Это была. не он, он не виноват. Я тут живу. Мы и есть наемные рабочие. Фермеры и крафтеры заняты, видите, приходится качером заниматься этим. Внизу, вот, где рядом с лопатой очки работали, вот. Нам надо этот фиговин набрать, короче, 4 упаковки. Это надо перекрафтить. 300, 600, 1200 камней надо перекрафтить. Да, по одному очку работы в 10 минут. Взгляните, что Гири творит. Русский язык в чате. А она копирует слова. Это если из Гугла. Из Гугла транслейт, когда вставляешь, по-моему. А Диландау свой аккаунт, что ли? О, Диландау в эфире. Так, ну вы пока заняты, я авку мне малого уложить бы. Он уснет, продолжу. Слипа, если что, в Гентре и в онлайне. Через него меня можно позвать. Ой. Рецепт на танк, да, можно выбить. С рейдов падает. Там, причем уникальные такие танки. Можно за очки Хонора купить его. Можно просто купить. Но там проблема с танком. Еще в том, то, что он стоит. Как бы там нужно на его создание грозовые деревья. Сейчас на севере попробуем их повыращивать, но их тяжело. И они еще на поливалки пойдут на трактора. Я не уверен, что мы к осадам успеем. Я надеюсь, что осады будут. Хотя вообще темпы показывают, что скорее всего будут построить танки в достаточном количестве. Хотя бы 1-2 танка это, блин, очень решают. Надо будет попробовать. Отлично. Ну что это не включали? Корейцы? То, что перевод потом был с этого ММО что-то там, это некорректный перевод. Корейцы сказали так: если игроки успеют все захватить, то они не видят, как бы захватить северный континент, там обосноваться, то они не видят причин, почему бы их не провести, эти осады. То есть, если за первую неделю игроки захватят, то на второй вполне могут включить осады. Я же про это рассказывал в своем видео. Нет, пока не пробовали вот вещи передавать другому персонажу на своем аккаунте. Может, тут пробовал. У меня 74 кубика. Игра невероятна. Где ты? У меня сейчас сотня получится, и еще 80 очков останется. Так, в общем, по 100 надо. 100 кубиков этих для пака готовьте. Это 300. Ну, тебе, да, по максимуму. Для... Не... Ты только проверь, что точно там кубики нужные крафтишь. Ну вот самая первая, да? А да. Там другие нереально скрафтить, просто из камня. Мало ли, мудрица. Ну только да, один вариант.
читаю... Можно получить то, что тесто. Да. Читаю почту здесь не вижу. Здесь есть вообще почта? Сойка говорит, я здесь живу. Где что почта, если она тут живет? А сколько работ? Как мало стало тратиться? По одному. Ну блин, а ресурсов ну, сколько стало требоваться? Да, это просто так всего. Ладно, пускай пока крафтится, я отойду. Чайку, может, попью. Спейды что-то что-то крафтит тоже. Ну, спиды точнее. Медалька это хонор, очки хонора. Они даются за победу на батлграундах. Но основной масса дается, я их набирал за фарм рейдов и за убийство мобов на севере дают. Нет, так не отображается. Ну да, отображается. Мы почту купили, мы почту на северный континент поставим. Свою. С Блэк Джеком. Спейд что-то стоит, контроль, по-моему. Или это не спейд? Ну, блин, вот так. Ну как, это не совсем спейды. Это не совсем спейды, это спиды какие-то, как серп сказал. Да, замок на севере это делают. Тоже есть, тут, по-моему, линия. Спейдов из 4 символов. Ну да, тут 8. 7 почти. А чем мы занимаемся, каратель? Мы сейчас подготавливаем, сейчас повезем все это там. В общем, идет закачка по полной программе. Будем строить сейчас. Не шумите, обратите внимание, у всех начинается со спид. Спидбэнд, спидплен и так далее. Я думаю, что мне все время инвайдит какой-то один и тот же чел на ранг. Только сейчас обратите внимание, что у них у всех ники со спид начинаются. Дома, замки там будем ставить, подготавливать почву, обживать. Ну, это четвертый день игры, а мы уже строим замок. Блин, это вообще фан. Четвертый день теста, а мы уже все. Панда где? Нет пока панды. Ну, клетки скиллов. Что, Серп, ты говоришь? Да и вон, смотри, фиолетовый чат. Серп. Че пишет? Ты, короче, кекает, кеке. Вон там заспамили. А на тему? А на тему не знаю. Про ПК что-то вышло отсюда. Да это даже не то, что самцы, это просто игра такая фановая. Корабли, перевозка ресурсов. Как кстати настройки чат включить? Не вижу я это. Постройка замка. Ведь замок, если сломать, надо будет его восстанавливать. Блин, это вообще супер фан. Постоянно что-то надо делать. А, ну это, наверное, в нашем чате. Место в чате. Настройки захвата чата как включить? А? На южных континентах можно строить только обычные домики. Но их сейчас очень много разных домиков добавили. Они в китайском стиле и обычном. Вы видели, сколько на торговом острове домиков? Там просто громадное число. Они все разные, но стоят, правда, все древнюю Адену. И вот древняя... Ну, блин, сори, опять я ее Аден называю. Древнее золото. И вот это золото, оно только через торговлю добывается. А вы видели, как мы торговали, ездили? Нет, он не будет. Я сомневаюсь, что он будет прокачиваться за счет крафта камнями. Давайте проверим. А почему-то не могу здесь Пету вызвать. Что?
Сейчас народ предлагает, а будет ли качаться пет за крафт камней? Сейчас посмотрим. Нет. Я пробую. Лошадь, там когда квесты сдаешь, либо делаешь какое-то действие за очки работы, не получаешь ничего. Да, и волк не получает все. Сюда, пожалуйста. Захват чужого замка не подразумевает его уничтожение. Можно захватить замок, не сломав ни единой стены. И вы получите свое распоряжение. Новенький хороший замок. А можно все под ноль уничтожить. Да, скорее всего можно. Где Кракена сюда? А течет какого у нас цвета? Зеленый. Зеленый. А оранжевый? Нет, не отбирает часть опыта. Оранжевый. Корабль захватить нельзя. Можно уничтожить, тогда его придется чинить за ресурсы. Теперь точно чинятся корабли за ресурсы только. Сами по себе они не рисаются, как на прошлом тесте. Кнопка не сгорается, потому что он у тебя обновляется сам по себе лаунчер. Сегодня вновь был патч, и лаунчер требуется обновиться. Попробуй запустить через другую страну, если через VPN сидишь. Может, через этот просто не идет. Да, в чате пишет Кэмпер 43-й кореец, на самом деле, все пилево на все, да. Да, можно. Захваченный замок можно оставить и жить там. Как платить? Чего? Ты что? Ты прикалываешься? Чего? Ты спрашиваешь, как пати кинуть? То есть? Ну и послушай, ты спросил, как пати кинуть. Да, что? Ты что, не знаешь, что ли? Правой кнопкой на персонажа и там третий пункт, что ли? А у Ре... Вот, я и спрашиваю, какой пункт. Третий, я уже проверил. У меня 178 кубиков. У меня ровно 100. Ну, я же тебе 300 давал. Есть точно? Еще 90 очков вообще есть. Сейчас, если я почту найду, я еще тебе дам. Почта вот там у палатки, направо где-то. Не-не-не, направо здесь я вот думаю, что у него на палатке. Он склад и почту в аренде стоит. Сотни здесь прямо около него. Девяносто очков, говоришь, есть. А нам там не понадобится еще очки. И все не надо расходить. Ну ладно, то где-то. Серп. Можно где-нибудь 50 израсходовать, а 40 на всякий случай оставить. Нам твоя помощь-то все равно нужна при крафте. Я не знаю, это где-то далеко корм. Станка оставим. Ну вот этот перекрас 200. 200 у меня очков, чтобы не будет.
Будет, они по 3 крафтятся. За 3 единицы камня 1 очко работы. Да, есть такой слух, согласен. Ребят, вы задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. Да, пока пытаю. Мой экстрим, кстати, на главный там не пропал. Чтобы собирать лучше потом было, чтобы не тащить хотя бы. Ну, я сам тебе. Тут. А ты что, у тебя сколько еще очков работы? Так, сейчас посчитаю. А, ну там еще по одному. Давай 10. Все, хватит. Нет, не боимся, что аккузывалит. Пока что все патчи только радуют нас. Да, заметно, правится довольно быстро. Так все это грустно прозвучало. К сожалению, лучший новый нет. Нового. Я не знаю, мне кажется, если нового будет, то неплохо. Надо проверить, правда. Сейчас я говорю неплохо, но надо посмотреть, как у меня там будет пинг. Ну, коннект. Так они и так показываются. Насколько я помню, Айон издавали без премиум аккаунтов и прочего. Она издавали по pay-to-play. А мне сейчас пиццу привезут. Нет, pay-to-play это точно. Они говорили, что планируют игру именно pay-to-play.
Free-to-play, вот тут пусть надеются, да. На pay-to-play это уже заявленная форма оплаты. Сигареты заказал, но, блин, сказали, что не возят. Но я попросил. Сейчас АФК. Объясните Бронтау, как эти ветки поменять, то она уже вряд ли забывается. Как вы можете найти объяснить? Походу пиццу привезли. Пати хорошо, а одному вот как-то, ну, тоже более-менее, но тем не менее, он, конечно, все лучше, а слишком быстро готовится. Да не, нормально, просто не сейчас на мелких левлах рано еще судить, а не понимаешь, прокачаться сначала, чтобы понять, что чем. Сейчас все нормально, особенно если в пати играешь, то без проблем вообще. По начальным левелам, конечно, он посильнее маг. У Лука дамаг был меньше, по крайней мере, раньше. Сейчас я, насколько понял, там много переделали. Сейчас руку Луки получше стали. Именно в плане луков на не корень будет появилось. Там скиллы многие на ходу стали юзаться, которые раньше не юзали. Ну, сейчас вообще 5 не так. Кроме четвертого тяжело. Блин, сигареты не привезли, жесть. Что делать сейчас? Девушка обещал попросить, что привезли, блин. Так нифига. Скину сейчас Вентру. Секунду. Или ну, видимо, да. Я просто думал, он будет у меня, а я тут сейчас вот тогда нож. Опечалился. Помог 4 секунды поразил. Нет, ну сейчас, если вы сделали нормальную ветку вайлд, то сближение идти, это крайний случай. Когда уже сам пайт, все хорошо, тогда уже начинаешь. Так, по сути. Как переводится грант? Короче, ребята, слушайте новости. Наш друг Комбо отжал 2 итема для захвата территорий у корейцев других. Он захватил территорию, сами построили и, в общем, нагнул 2 других строителей. И не, поэтому сейчас на севере столько территорий захвачено. Вот, вот почему корейцы не смогли на первом захватить территорию. Комбо их покарал. Красавцы. А что, они уже давно? Нет, это молодец. Пытались захватить? Хорошо рулит. Нет, на первом. А это они сегодня ночью пытались захватить после него, и он их убил. Говорит, вот сейчас второй только что отняли. Супер. Молодцы. Вообще, ребята. Как вам? Пацаны, вообще, ребята.
это кто там говорил, что там съедет на первый. Скумба там ничего не съедет. Нам бы тоже кого-нибудь подловить. Комбо там все сейчас хорошо качаются. У нас мы уступаем корейцам по уровню. Само собой. Наши все или не очень. Так, я пока пошел в свою локу, когда будете собираться с весом через потом получится. А, Корп, а у тебя есть-то ресурсы, да, мне эти штуки? Торт прекрасно. Паки. Тебе лишнее отдать, сотку оставить, да? Нет, нет, сотни давай тоже. Пока все? Да. Сейчас я скажу, как зарегаться в городе. Только секунду, ребят. Так, вот он, видите, такой специальный этот. Вот к нему подходите, нажимаете на F и регистрируетесь. Таких точек довольно много. Блин, вообще вещей, видимо, в обрез. Эскад, кстати, поставили только на двух территориях. Две остальные поставили все-таки. Сколько сейчас территорий захвачено на первом? Четыре. Все-таки осадом, скорее всего, быть. И комбо пишет, что корейцы говорят о осадах. На следующей неделе все-таки, скорее всего, осады будут. На бой в северах. Потому что быстро территории захватили. Да, территорию очень быстро захватили. Сейчас корейцы захватили все уже на первом сервере. Готовятся ко второму. Тогда нам тем более качаться. Да, поэтому мы готовимся вполне к осадам по полной программе. Пицца, моя пицца. Нет. У комбо захвачена две территории. Одна территория. Но итмов он отжал два. Просто двое других территорий. Три других территории заняли другие кланы. То есть многие. Нельзя забывать, что тот сервер стартовал на день раньше, поэтому они как бы и начали захват. На первом сервере первым захватил комбо. А самый первый захват все-таки Райз осуществили на всех серверах. То есть где-то сегодня, завтра и наши корейцы все позахватывают. Ребят, сори, что точу пиццу, кушать хочется. Я пока пойду на канал повыше, как качаться немножко, да, зовёшь надо. Да, конечно. И да, конечно, можно отжать итм и захватить им территорию. Да, могу шлем включить, но он не очень красивый, я поэтому не хочу.
Угу. Спасибо, ребят. Очень вкусная. Хороший пепперони. Но, блин, без сигарет гора умрет. Не завалялся нигде в пачечке. Гару, я уйду скоро, как говорил, так что если что-то надо, давай сейчас решим. Можно уже ехать, у нас есть готово все. Я думаю, я не успею, потом я на некоторых фармерах не решу. До скольки тебя не будет? Чтобы 6. Окей. То есть, ребят, после 6 мы поедем строить замок и заниматься всеми этими вещами. Олень при крафте прокачивается. Да ладно, только что проверял, волк не качается. Мы перекрафтили камень, который ты прислала. У кого-то еще очки работы остались? Да, мы чуть-чуть оставили на сам замок. У нас еще осталось камни для перекрафта. У нас получилось, короче, 5 паков. Я расширяю инвентарь постоянно этот вархаус. На домике, на два домика, да? Нет, на два станка для перекрафта. А остальное мы уже будем крафтить там. У меня осталось 400 камня. Нет, 300 камня. Да, нет, 400. 400 камня. Не перекрафченного еще. А у меня уже 3% крафта прокачано. Скоро будут только топовые крафты. Зеленые там. Что там еще есть вкусненькое? Синие, фиолетовые. Ребят, на древние деньги нет квеста. Он добывается, они добываются только торговлей. Выглядят они вот так вот. И за них, собственно, покупать всякие плюшки. Сейчас покажу. Левел клановца. Ребята уже 29-й, перегнали меня. Перегнали. Ну, средний левел по больнице 20+. Пока что нет кулновых накидок. Дадут после первой осады. Именно плащ. Но можно их скрафтить, можно по квест получить. Но пока как-то не красили. Нет времени. Ты, скорее всего, не можешь его построить, потому что
тебе не хватает ресурсов. Чтобы построить верфь, надо 10 дерева и 10 железа. Я не помню, то ли слитков, то ли и досок, то ли бревен и руды. Проверь. Да, надо необходимо иметь в рюкзаке, чтобы поставить саму верфь. Да не за что, обращайтесь. Сейчас, я еще кусочек съем и все. 29. Я пока что 28. Гарон нуб. Вам спасибо, что смотрите. Я надеюсь, в нее будет много русских играть. Очень много. Что-то про русских так музыка рубанула. Нет, не по-другому, всегда так были. Но если я в раз четвертый тест, то да, по-другому. Скиф, я слышал, прочитал 2 минуты, буквально, я отдаем.
что вы там обсуждаете? Любовь по-русски 2? После 6, да. Телс вернется. А пока что тач. Экспин. Много времени уходит на постройки этих всяких ресурсов. И организационные моменты какие-то. Пикселями, пикселями. Так, один скиф трубку поднял. Привет, скиф. А, и люк еще. Да, да, привет. Как у тебя голос прям странный, замученный. Я же вчера такие выпил. На день рождения. Ты говорил, хочешь ключи разыграть. Да, есть два ключа, которые можно разыграть в чате. Собственно, схема вчерашняя. Задаем вопрос. Ну, собственно, кто отвечает правильно, тот получает ключик. Уже активированный аккаунт. Там даже не ключик, там уже просто готовый аккаунт. Ну вот, но сегодня будет только парочка. Потому что лишних сейчас нету. С кем я вчера бухал? Почему я вчера бухал? Если не секрет, кого на дне рождения? На день рождения у Билла Гейтса, нет, на день рождения у сестры, родной сестры моей жены, вот так. А, ну что ж, тебя ели? Знаешь с кем? А знаешь с кем бухали? С этим Константином Бронзитом. Это в Википедии можешь набрать. Так прикольно. А, у тебя первый вопрос, наверное, от тебя будет, скиф, или от меня? Да я, наверное, а у тебя есть что-то? Да я вот думаю пока сейчас. Ну, так можно это. Ну, если у тебя есть что-то интересное, то давай. Еще я давай я задам, ты задам. Ну, что давай, хотел, да. Такое, чтобы народ мозгами пошевелил чуть-чуть. Чтобы мозгами пошевелил. Чтобы тебе не сразу выдали 300 сообщений и там с одним и тем же ответом. То есть сложнее что-то, да? Такое. Ну, что-нибудь здесь не. Что о чем знала Википедия, да? И Google. Сейчас мы. Ну мы пока думаем. Да. Это не прямо сейчас можно. Это вот можно начинать думать, а когда придумаешь, скажи. То есть это не срочно. Сейчас я думаю. Во, я знаю, вопрос очень. Сейчас, скиф, я замьючись, уточню тебя. Ну, подожди, а я. Чтоб нас не слышали. А я не знаю, меня, если я буду говорить, меня же будут слышать. Нет, я сделаю так, чтобы тебя не слышали. Ну тогда ты сделал так, чтобы мне ничего не приходилось делать, потому что я да. С этим конфами и так далее.
Да. Так, ребят, у меня есть вопрос к вам. На, как обычно, за аккаунт. Из мыла сразу присылать. Да, и готовьтесь присылать свое мыло. Так, готовы? Надеюсь, все готовы. Ребят, в каком году состоялся релиз Lineage 1? Ну, сразу угадали. В 97-й, нет, в 98-м году он состоял, совершенно верно. Меломан прислал. Ребят, все. Все, останавливайтесь. Пожалуйста. У меня что-то не работает, возможно. Остановка чата. Меломан, пришли, пожалуйста, свою почту. Спасибо. Все. Первая почта есть. Обязательно сегодня вечером тебя отправим. А зачем вечером? Ты сейчас отправишь. А, ну писать? Сейчас, да. Ну, у меня просто с VPN не работает почта. Я не могу. Так я тебя отправлю. Слушай, Меломан, я тебе сейчас отправлю. Тебе скинуть его почту? А вот, я же вижу, я же напишу. Блин, а такие вот, это вкусно. Уводите, не пейте. Как, все как я положено, знаешь, с солью там. Да ты знаешь, это, блин, это на самом деле мне совершенно не понравилось. Соль и лимон. Ну лимон очень вкусненько, а соль как-то вообще. Я не знаю, я так выдвинул такую гипотезу пьяную, что, знаешь, это поскольку в Мексике там, возможно, соль это признак, знаешь, какого-то там достатка, уровня статуса, там, если у тебя у твоего мачо есть соль, тогда ты как бы крутой мачо был. Ну, вполне да? Возможно, да. Вот, они поэтому ее, собственно. Ну я не знаю, я бы какие-то экспериментировал с соленым огурцом, там даже на русские такие мотивы. Огурец сначала кладешь там соленый огурчик, съедаешь соленый огурчик на руку вместо соли, запиваешь водкой, и там, ну не водкой, это. Ну, короче говоря, блин, ну я не понял. Соль я не понял. Ну я никогда не пил текилу, не пробовал вообще. А она 35 градусов, она вообще как водичек. На этих всех выставках ром да кола, ром да кола. Ну вот ром не могу пить, а водичку эту можно. Так, у тебя нет вопросов, Скиф? Или мы еще подождем? Да. Как ты вообще? Как тебе впечатление от игры-то все-таки? Сейчас мы... Любой другой язык, кроме корейского, хоть на немецком, ладно, было, честно. Тяжело, да? Но сейчас они, ну, как бы... Знаешь, не то, что тяжело, нет, можно как бы и зайчиками научить говорить, но просто, когда ты столько информации, и ты понимаешь, что ты как бы выпускаешь много интересного в плане, там, ну, описания, там, что к чему, то есть, что к чему относится, и там какие-то подсказки, там, знаешь, ну, интересные, которые могли бы реально помочь. Потому что я смотрю, шарящие корейцы, они полностью, просто полностью, как бы, изучив игру, такие штуки выдают интересные, там, какие-то запредельные, там, они пачки там, и там, и так далее. Просто за счет того, что они читают описание, могут, как бы, ну, само собой, да. То они в этом, они замечательно разбираются. Хотя многие вещи им все равно, вот, даже вроде родной язык, они не смогли в них еще разобраться толком. Ну, это просто не корейцы. То есть вот это вот ввод территории и все прочее, но они же все переделали, видишь, итом для захвата. И не все корейцы поняли, как что с ним делать. Даже комбо мы спрашивали, ну как бы сразу после этого спрашивали комбо, он говорит, я не знаю. Ой, ну ты же можешь читать. Он говорит, ну я не знаю, говорит, это новая система. Я говорю, я просто не знаю, где эти итемы берутся. То есть они, знаешь, такое еще место для. Механику-то они поняли, да? Да. А где что забывается, ну это нормально, в принципе. То есть начинается этот момент исследования, поиска. И вот, блин, Арчейс уже вроде год прошел, да, с третьего ЗБТ, а нам все на новое что-то подкидывает. Просто без конца. Я уверен, что на релизе вот будет точно так же, знаете, так. Ну, на полгода точно минимум. Знаешь, почему новое? Потому что здесь же влияние разработчиков как бы минимально, им не нужно. Это нормально для песочницы, что каждый раз что-то новое. Это не инст, где тебе 30 центов инстов построили, и они, собственно, только внутри их меняются, что. Но они есть всегда.
Блин, забыл, что у меня банок нет, в итоге потерял экспо. Знаешь, у меня какая проблема? У меня, короче говоря, если я включаю этот сплит, одновременно сыграю, у меня просто такой идет своп. Слайд-шоу? Или что? Ну, свопит, жесткий диск просто. А. А у тебя на SSD стоит игра? Или нет? Нет, я SSD пока не покупаю. А у меня игра на SSD, я тоже пробовал, как бы с обычного, не катит. С SSD только. То есть на разных винтах у меня сплит на одном винте, там так все. А это на другом. Тогда работает. Хорошо и без лагов. Ну я считаю, что пока рановато для SSD, а тем более для работы. Ну он как раз, по-моему, для таких игр и создан, как Ты, отец. Конечно, Гара, у тебя работа уникальная, ты играешь и зарабатываешь. Мечта. Ты, кстати, как отнесся к тому, что все-таки русским удалось первым захватить территорию? Ожидал такого поворота? Я не очень думаю, я не очень понимаю вот этой гонки. Ну как? Ну, скиф, это гонка всегда. Я ожидал, знаешь чего, если бы это был прошлый бета-тест, да, когда где 90 дней, и когда цель потестить, собственно, сами осады, да, как бы. А здесь, когда 2 недели и